Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня будем проверять капсулу времени Sony Ericsson K750i. Ребят, всем, кому обещаю, что найду телефон, я по чуть-чуть перебираю. То, что я оставлял себе, это в хорошем качестве телефон. Полностью все в оригинале, ничего не заменялось. Смотрите, классная камера, телефон реально крут. Ничего нигде не облезло. Ну, бывает там вот тут, например, коцка при транспортировке вот здесь чуть-чуть, но это на работу не влияет. Поэтому, если я вам обещал, я найду. Если я не нахожу, это я отписываюсь. Так что вы не переживайте, кому не отвечаю. Если нашел, сразу снимаю видос и отсылаю вам письмо. Данный телефон искал один, нашел другой. В очень классном качестве. Зарядил аккумуляторную батарейку. BST-37 сюда идет. Телефоны от Рихарда. Вот последние партии только пришли с аккумуляторами предпоследней. А в основном я покупаю здесь в Украине оригиналы. Не беру китайское, чтобы вы были довольны. Ну, давайте проверять этот телефон. Что мы видим? На правой грани качеля громкости. Кнопка включения-выключения фото-видео. С левой стороны включается у нас плеер. Вверху кнопка включения, инфракрасный порт. С левой стороны у нас под огромный memory stick вход. И внизу для зарядки. Заряжал через него, заряжает все отлично. Ну что, погнали. Имеет бело-голубую подсветку. Синие клавиши, все клево светится, смотрится. Бомба, плюс хорошая громкость. Заходим в менюшечку. Джойстик работает родной, не убит, смотрите. Без всяких лагов, без тормозов, без пробуксовок. Значит, первое. Play Now. Здесь у нас включается интернет-плеер. Идет соединение с интернетом. И можно слушать музыку. Извините, конечно, за качество съемки. Потому что мой телефон, все телефоны, которые вот в серебре, в золоте, у него идет почему-то расфокусировка. Так, интернет-сервис. Здесь у нас выход в интернет. Ходите по страничкам, бродите, вот попадаете на Sony Ericsson и можете скачивать. Не знаю, работает или нет, проверять будете сами. Далее. Следующая папка — это Entertainment игры. И выход на сайт Киевстара. Смотрите, русского языка в прошивке нету, но украинский и русский шрифт спокойно читает. Так что, если вам придет смс-ка на русском украинском, если у вас в карточке занесены имена на русском и украинском языке, он спокойно их прочтет. Далее, у нас есть папка Games, но не знаю, Super Real, Puzzle. Может, это демо-версия, я не знаю, телефон поддерживает Java. Опа, Sega. Ну, посмотрим сейчас. Честно говоря, каждый раз, каждый хозяева, кто стирает, кто не стирает игры. Это вот у нас... Так, давайте я, наверное, сейчас сделаю громкость. Во. И, ну, пропустили. Так, бог с ним, погнали. Короче, играет. Вот не люблю одно, заодно, что тут надо долго выходить. На Nokia чпок, на кнопку вышел, тут надо долго. Значит, у нас есть видеоредактор, фоторедактор, музыкальный редактор, передача информации по Bluetooth и вот запись голоса. Сейчас мы попробуем, если работает. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка телефона K750i. Раз, два, три, четыре, пять. Все работает, отлично. Дальше. У нас есть демо-тур, если, конечно, он не удален. Ребят, нам повезло. Реклама этого телефона в самом телефоне, это, конечно, круто.
Что я вам говорил, видите, большая полноразмерная карта. Отсняли и сфотографировали. Плюс подключили наушники. Используйте как плеер. Очень длинный клип, прикольно. Ни разу не видел именно на эту модельку. Ну, видите, тут реклама идет в черном цвете, а у меня идет в хроме. Очень красивый цвет. Дальше, что у нас есть? Медиаплеер. Вот то, что я показывал, чувак. Дальше, есть у нас входящий и исходящий email клиент. Вот они, все здесь поддерживается. Сейчас посмотрим. Ух ты. Это вот Интурист, а вот Киевстар мой. Затесался. Персональное предложение. Все, видите, читабельно на русском языке. И это радует. Дальше. У нас есть фотоаппарат. Для того, чтобы его надо активировать, включаем. И он даже активируется при открытой шторке. Сейчас попробуем кого-нибудь сфотографировать. Ну вот, пусть будет это, заодно проверим кнопку. Ну, смотрите. Мыльница не зализана, отлично. Далее, и теперь джойстиком переходим вниз, и включается видео. Ой. Раз, два, три, четыре, пять, проверяю видео. Раз, два, три, четыре, пять, проверяю видео. Все, и теперь камера. Камера вообще не убита. Я же говорю, телефон именно вот классное состояние. Кто хочет, может купить. За качество ругать не будете. Так, и где у нас все это хранится? В папке файл менеджер. Вот у нас будут картинки. Я не знаю, может девочка пользовалась, потому что мишки, мальчики, я же думаю, не будет. А эмиссию. Такие листики, кегли. Такие мордочки. Прикиньте, анимированные есть обои. Прикольно. Я первый раз такое вижу. Вот это интересная тема. Ну, природа не очень мне. Тоже интересно. Вот такие вот смайлики были в свое время. На каждых телефонах они, ребятушки, были разные. Вот это прикольно смотрится. Так, а где ж фотки? Пикче, видео, фотоальбом, демотур. Фотоальбом. А ну, давайте посмотрим. А где ж оно сохранилось? Я понял, что это реклама видео. А где картинки? Где ж посмотреть, я не пойму, то, что я фоткал. Где оно сохранилось? И видео, или оно не сохранилось? Саунд, звук, рингтоны. Так, old phone, busy. Звук классный, динамик оригинальный. Бомбочка, не знаю, я... Вот, нравится телефон, аж мурашки так по коже. Так, рингтоны, а где ж мой Sony Ericsson любимый? Неужели его удалила старая хозяйка? Пост Инляден, рекординг. Так, это я, наверное, лялякала, но... Раз, два. Да, это я, рекординг. А вот мой любимый. Нет, не удалила. Прикол. Мне нравится. Прикольная мелодия. Все, бомба. Все нравится. Темпес. Только не пойму, куда делись картинки и видосики. Ну вот не знаю.
Камера видеоклипс. А, вот они. Ого, их сколько тут. Так, не знаю, это интуриста, наверное. Ну, захотите, посмотрите, захотите, удалите. Тут и мое должно быть видео. Это вот так бесится молодежь. Ой-ой-ой. Он думает, что его фотографируют. Ой-ой-ой. Понятно. Бывает. Да, вот я. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяю видео. Раз, два, три, четыре. Все, ребят, работает. Все на ура. Я доволен. Я оставляю вам. Заходите, удалите. Геймс. Что у нас по геймсам? А, мы смотрели. Господи. Старею, батенька, старею. Надо лечиться. Далее. Контакты. Плюс 49. Видите? Интуриста. Дальше есть радио. Дальше есть calls, звоночки. Mo. Save number. Send. Edit before call. Delete all. Delete empty. Так, какая я хотел посмотреть... Инфу, ну тут не увижу. Далее, органайзер. У нас есть будильники. У нас есть аппликейшены. Мировое время. Подождите. И видели вывод на Hewlett-Packard, на этот, на принтер. Можно сразу печатать с карты, прикиньте. Дальше есть календарь. Блокнот заметок. Блокнот напоминаний. Синхронизация. Секундомер. Опа, лайт есть. Ху-ху. Ничего себе. Вот это... Ой, какой светлый. Ёля, пали в глаза. Так, отлично. Фу, словил зайчиков. Далее, калькулятор. Код мемо. И по настройкам погнали. Профили. Select phone. Выбираем. Так, in-car, outdoors. Вот, самый громкий выбираем. Дальше. Time and data. Time... Время у нас 23:22. Сейф, окей. Дата 25, по-моему. Если не ошибаюсь, напишите, поправите. Сейф, окей. Таймзон. Далее, language. Ну и вот язык. Немецкий, английский. Все, нет русского. Так, далее. Здесь у нас рингтоны. Дальше дисплей, тема, фото с темы, Bright на 100% яркость регулируется. Дальше это у нас информация, менеджер time and cost. И вот сейчас посмотрим call timer. Так, смотрите, outgoing 10 часов, total call me звонки 15. Короче, на телефоне наговорили где-то 25-26 часов. Вот его таймер. Так, дальше. И связь по Bluetooth, инфракрасный порт, синхронизация, мобильные даты. Кабель дата. Так, звоним. Проверяем звонок. Без громкой связи орёт хорошо. Ничего мы не будем нажимать. Ну что, ребят, вот такой шикарный телефончик сегодня я с вам снял. Буду выставлять на продажу. Если кто-то сразу захотел купить, потому что такие вещи долго не лежат, пишите на электронную почту, она будет в описании. Подпишитесь на мой Дзен-канал, Яндекс.Дзен, и на второй канал, ютубовский, там тоже есть обзоры. Все, ребята, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Всем пока-пока.